Доброго дня, поважане господарство. Я Лена Васильева, політичний іммігрант з Мінську. Сьогодні представляю свой YouTube-канал «Менавіто онлайн». Тут я буду розмовляти по-російську, тому що хочу достукатися до той частки білорусів, яка, на жаль, покуль мову не ведає. Але у мене буде білоруськомовний ведучий, якого я представлю крыху пазней. Итак, сейчас я нахожусь в Киеве. Здесь я создала волонтерский благотворительный фонд «Белорусский Майдан». И вот сейчас мы запускаем YouTube-канал «Смыслов» менавіто онлайн. Зачем? Я прекрасно осознаю всю патовость ситуации, в которой сейчас находится Беларусь. Пророссийские псевдолидеры не только слили протест, а я в этом глубоко убеждена, но еще и стали соучастниками режима в превращении страны в реальный концлагерь. И опасность, это уже не опасность, собственно, а факт слияния Беларуси с Российской империей. Борьба за смыслы сегодня важна как никогда. Мы будем стараться содействовать цивилизационному выбору белорусов, цивилизационному европейскому выбору, пониманию того, что реальный враг белорусов находится на Востоке. И это русский рейх, путинский рейх. Что Лукашенко – это всего лишь продукт Кремля. И без этого понимания реальные изменения в стране невозможны. Обещаю встречу с очень интересными людьми, патриотами Украины, Беларуси. От себя честность, отсутствие ангажированности, открытый диалог. Хочу сказать огромное спасибо людям, которые для меня невероятно важны. Это Павел Фельдблюм и Айдер Муждабаев. Люди, которые очень близки мне по смыслам, которые поверили в меня, поверили мне, вдохновили меня на многое. Наверное, без них невозможен был бы ни белорусский Майдан, ни менавіто онлайн. И, конечно, Роман Скрыпин, известный украинский журналист. Часть видео записана в его студии с помощью его команды, которая бескорыстно нам помогает. Спасибо вам за все, ребята. Слава Украине! Живе Беларусь! Вперед! Друзья, подписывайтесь на наш канал, делитесь. Делиться ссылкой? Как это? Все, хорошо. Друзья, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями. Ну, если хотите поддержать нас финансово, внизу будет ссылочка на Patreon. Друзья, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео. Ну, и если хотите поддержать нас материально, внизу видео ссылочка на Patreon. Пожалуйста. Что со мной сегодня, Наташа? Маша, это ты. Друзья, несмотря на то, что по белорусскому телевидению сказали, что фонд «Белорусский Майдан» находится на обеспечении немецких и американских фашистов, денег у нас по-прежнему нет. Поэтому подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео. Внизу ссылочка на Patreon. Если вы хотите помочь нам материально, можете сделать пожертвование с любой карты мира онлайн. Хочу сказать огромное спасибо вечному спонсору нашего канала, белорусскому государственному каналу УНТ, а также прекрасному медведчуковскому СМИ «Страна УА».